Как научить лошадь, точнее, отучить сваливать с корда? Вот смотрите, пока лошадь шагает и нос у нее повернут внутрь, она никуда не свалит. Ну вот мы приближаемся в сторону выхода. Голова лошади начинает смотреть наружу. И в тот момент, когда голова смотрит наружу, так, Бел, подальше отойдет от меня, она может стартануть, и стартанет она, естественно, ту сторону, куда у нее смотрит голова. Поэтому, если лошадь, особенно если лошадь уже научилась сваливать с корда, то нужно очень внимательно следить и не давать ей отворачивать нос вот так вот из круга. Сразу ее кордой подзываем ее нос к себе. В крайнем случае можно еще и откинуть зад наружу. Тогда лошадь просто не будет иметь возможности никуда убежать.